Весенние полевые работы в самом разгаре. На полях губернии неустанно работают местные аграрии. Завершают подкормку озимых и продолжают сев яровых. Из-за поздней весны сроки проведения весенней полевой кампании сдвинулись почти на 3 недели. Чтобы выдержать оптимальные сроки посева, фермеры работают в 2 смены. Мы работаем практически в 2 смены круглосуточно. Практически уже заканчиваем барнование озимых, подготовку зяби и внесение удобрений. Одними из первых к севу яровых приступили в хозяйстве «Новая жизнь» в Целининском районе. Пшеница, ячмень, гречиха и, конечно, сахарная свекла будут высажены на 100 гектарах посевной площади. Мы сеем круглые сутки. Ну, смену наши механизаторы делают 25-30 гектаров. То есть за сутки получается 50-60 гектаров. Практически мы уже, 200 гектаров посеяли. Рабочий день механизатора начинается на рассвете, в 5:30 утра. Заправка и смотр техники и в путь на поле. Ну, дальше приезжаем на поле, засыпаем зерно, удобрение, и начинается у нас рабочий день. Вот, ну, у нас заправки начинаются, рабочий день, так-то. И до скольки? Ну, 6 до 6, потом пересменка, и в ночь идут опять другой механизатор, другие севцы. Общая посевная площадь в Ульяновской области составляет свыше 1 миллиона гектаров. Работы уже выполнены на площади порядка 80 тысяч гектаров. Это 12% от общего плана. Несмотря на небольшую цифру, региональное министерство сельского хозяйства рассчитывает, что посевная будет завершена в срок до конца мая. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.